знали, по-моему, что они здесь. Да, без телепорта видят. Просто он хочет нагреть крипов, слить вышку. В центре тавер пропушивается сторона Астерарис. По-моему, снизу нормальный клок выигрывает. Давит клока. Да, через Doom. На самом деле мне нравится это решение от GT, чтобы вот он, да, чтобы как-то тебя не закрыл, ты не потерял позицию, просто Doom на пятерку клока и заберут вышку. Вот такие решения приходится принимать. Ого, ЦК, центр тут. Тоже будет скрим. Будет умирать как будто. Есть рефракшн, Сайленс хороший. Прыгают еще ставить сет, нельзя, но глаза может поставиться. Соник он подает бот, прокат прикольный, Фазлей пытается выжить. Нет, не получается. Марк в итоге разменивает, есть сноубол. Понло, возможно, удастся забрать там спину. Спину Улу будет забирать Оли, Оли без ресурсов. А Эмма добить на вивере. Не увидел. А, или увидел. Увидел, но не сразу. Так, который рассыпается на маленькие. И снова преимущество в 3000 обеспечивает себя Астерарис. Классно забрали верхнюю вышку. Центральный тавер тоже был уничтожен. Много возможностей для того, чтобы перейти на вражескую позицию. Но пока снизу будут отбивать Эфай. Эфай снова пол подтягивается. Флай-флай, подает сплат. Снова под танк. Можно дать комбинацию. Втроих залетает прокат. Здорово. Но, правда, Марш дерется много КП. Выбивает флай-флай. Флай погибает. Боже, рассыпается команда IG. Жесть. СС сделал дабл кубер. Аппарат еще бьет, смотри. Пойдет ли? А, не самый лучший. Ну да, хватит. Но понимаешь, что дом не придет. Нет. Даст байбек, ну ладно. Наказать наглого топлара ассасин не получится. Боик не замерз. Ну как будто хотят дефать. Не опасно ли это? Хотя у Эмма есть иллюзия, он может много времени выиграть. Просто вот прыгают Doom, есть сноубол в ответ. Вставляется скукшот не точно от Редбанда. Doom сразу же влетает, кто попрыгает, есть Sonic Wave, падает с бластом. Редбанд только накроет, GT должен быть убит, размен на Марсе. Марс летает. И Лаин, куда и тычку, в конце концов. Баб один, все-таки фраг. И появился там БКБшка. Смотри, Бас летит на топ, они сапят фраг. Сейчас попробуют убить Марси. В очередной раз Марс дофармливает блокинг бар. И если он отходит, как на Чукин или нет? Да, подставляется, он прыгнул прям в тайминг под этот айсбас. Шансов ноль. Но успевает купить себе блокинг бар, хватает денег. Именно возможно благодаря тому, что он и прыгнул. Да. Слушай, выглядит же так, как бы он прочитал. А убежал куда-то в кусту, не знаю, кто просто прыгал. Падение не байк, я понимаю, даст ли его зайдет. Ладно, удаст или нет? Да, снова успел дать выигрывать время. И тут будет забирать соперника. Гэма тоже здесь. Минус топлар Ассасин. Как же проваливается в этих атаках. Астерарис все преимущество растеряет, если погибнет Улу. А Улу погибнет Sonic Wave на красиво. Погибла ЦК, вставляется Понло зачем-то. Сейчас еще может погибнуть Редпан, да? Успел спрятаться в Глиммер. Получил удар с Демоблейда. Ставит блоки защитные. Есть перекрытие в виде Айшард. Понло дальше идет. Довольно глубоко лет, кстати говоря. Могут доказать, это срывается. БКБшки прожимаются сразу. СС бьет довольно больно. Погибает Таз, бай. Нет, GT делает телепорт. Понло сделал байбек. Могу как ЦК выиграть. Бывает Понло после байбека, но Глэйк нет. Он цикл соперника. ЦК может быть под боксом. У него все еще нет букинбара. Не купил ЦК, Слайс погибнет. Да, на БКБ ему не хватало буквально пару сотен голды, и теперь Астерарис получает доступ к Рошану. Или... У них нет БКБ на Акаше, и нет БКБ на Думе. Пусть я не пытался, если у них был, можно пробовать под предоли, дает дебаф, как раз таки нужно идеально прыгнуть GT, оставаться Эмма, давайте посмотрим, Invictus Game пробует захолодить, кто на месте прыгает Эмма, Соник Вейв вдувается в первый сезон, мы забрали Рошана, Еги забирает СС, БКБ маловато остается по Астерарис, правда, папа погибнет в размен на Темплар Ассасин по итогу, да, Темпларку Эмма убил, Улу забирает Эмма, Эмма трик первым, конечно, аркадное действие было. Эмма, конечно, красавчик, то есть, видел он хп Рошана, чутка не хватило, чтобы убить и Рошана, и Ланая, и взять Аегис, и еще отсюда уйти. Кстати, гем там лежит. В Рошпите. И курьер забирает спокойно, да? Да. Нормально. Уезжаем. И Рошан ресается именно, знаешь, как говорится, везет сильнейшим. То есть... Это то, что не могли прочитать в кеме, но что они сделали хороший мув. Смотри, а здесь попытка такая. Вон он, тот самый спасший саппортом. Блейк прыгает, таску больно, и символ есть уже и Улу. GT прыгает дальше по темпларке, разводит на БКБ, хукшот в ответ на Дума. Дум нажимает БКБ под боксом. Скал погибает Пикарнас тем временем. Убивает его Егиса, будет респаунт. GT погиб просто в ход. Ну что, нужно драться или не нужно драться? Я даже не знаю, по-моему, посильнее выглядит Астерарис. Они побивали соперника, им остается один пинг КД. Сыр не нажал. Сыр вообще чей был? Сыр был у Дума? Как же круто. Нужно будет в такой ситуации держать какие-то бэки, да, мало кого-то. Они тоже в смоке, И у них вард стоит. Вард на речке есть. Сразу прыгает первый Эмбу на вивера. Но Сноубол падает другой герой. Есть Sonic Wave. Он БКБ скрыли соперника, страхует. Айсплан залетает, скорее всего, бетон. КПА у него нет. Дум залетает на себя. И пошел затамаживать соперника. БКБ успели нажать.
GT больно, супер больно, Марси пробивает. GT разворачивается, знак станчика, Дарс Infernal Blade, он просто разваливается. Полно съел Сартов тем временем. Флайфлай нажимает по КБ, но драться не может. Флайфлай лоу ХП, проигрывает драку, ребята, с Ликтус Геймер. Ну ладно, поймите Флайфлай. Трипл килл бай Ваид. Которого быстро не забрали, скинули все ультимейт, тут байбекается. Трон-то падает, Invictus Gaming. А тиммейтов нет, Таспейт 69, это просто удар в трон. Да, это просто в трон. Надо 50 кг. 1-1, друзья, 1-1. Живо Астрари отправляет этой серии. Отличный камбэк с основанием 14 тысяч. Невероятный тиммейт, ребята, показывают. Но и вот та самая Марси тройка, которая побеждает. Да.